Благоустройство, качественное и доступное образование, планы развития территории. Депутат Московской областной думы от «Единой России» Дмитрий Голубков встретился с активными жителями поселка Горки-2 и обсудил актуальные темы. Московская областная дума в рамках тех учений и задач, которые есть у депутатов, ежегодно проводит отчеты перед избирателями, перед трудовыми коллективами, перед всеми активными жителями. Одной из ключевых тем стало строительство школы в поселке. Работы здесь идут полным ходом. Новое учебное учреждение рассчитано на 550 ребят. Для учащихся будет организовано 37 учебных классов, в том числе мастерская, кабинеты кулинарии и информатики. Поэтому все контролируют, все просматривают. И, естественно, есть понимание того, что строительство школы в графике, объект нужный, объект контролируется, важный. Прилегающую к школе территорию благоустроят, установят малые архитектурные формы, декоративные фонари и проведут озеленение. Вот здание в эксплуатацию намечен на май 2024 года. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».